На радость всем камера сдохла, скрытая. Теперь вообще не знаю, что я буду делать, как я буду снимать барахолку. Сегодня я на барахолке в Кармиэле. Немножко я взял вещей. Сейчас покажу. Вот он, этот базарчик. Ой. И вот так вот я взял. Такой вот кораблик взял. Есть у меня человек, который любит эти вещи. Трошки надо подлампичить. Ну, дешево. 20 шекелей. Такой кораблик взял. У меня там еще один в багажнике за 30 лежит. Уже 2 недели. Ну, вот этот за 20. Такой симпатичный. Нету у него названия. Ну, нормально. Так, вот такой кораблик. Тоже за 20 в бутылке. Дорогие вообще кораблики. Не знаю, ну... Беру приятелю хорошему, достойному. Поэтому такое дело. Так, медалька вот такая израильская, запаянная. За 5 шекелей взял. Ну все, тут у меня уже все пошло. Вообще в подарок отдали. Прикольный такой этот самый. Жалко, только вилка тут. Одна вилка. Ложки нету. Ну, нормально. За 5. Новье. СССР. Так перемалывать, насколько я помню, перец, кофе. Такая вот штука. Так, телефоны вы знаете. По 5 я беру. Один с зарядкой, рабочий. И вот такую шкатулочку взял за 3. Прикольная шкатулочка. Ну, в общем, где-то так. Ну, мелочи по карманам я не буду показывать. Есть на то причины. Все. Всем хорошего дня, хороших покупок.